Привет. Сегодня снова продолжаю снимать свой день с туалета. Сру! Как классно обосрался сейчас. Вообще, все равно ништяк просто. Сегодня еще стрим в 19:00. Приходите поэтому. Приятного аппетита всем, кто жрет. У меня фрутис. Картошечку вчера приготовил с гуляшом. Все сам готовлю. Это лучше, чем тот, который в тот раз жрал. Нужно придумать, чем заняться. Занятие себе какое-то придумать. Хлеб почти не ем, но сейчас символический кусочек съем. Он у меня стоит, сохнет все время. Я помню, готовил суп. Видео у меня было такое. И мне начали завистники писать: нифига себе, он ест суп, да как он может, я голодаю сижу, а он суп ест. Было такое дело. Планшет сломался у меня. Или разъем разбитый у него, этого планшета для зарядки, фиг поймешь. Походу разъем разбитый, а тут все нужные приложения, как его сделать, напишите в комментариях, не сдавая в ремонт, потому что не хочу сдавать в ремонт, это деньги, не хочет он вырубаться никак. Каждый день как один. Все одно и то же у меня. Каждый день. И так до тех пор, пока не наступит расцвет лета. Так и будет. Каждый день как один. Другу, что ли, позвонить? Трубу не берет, спит, видимо. Да, спит. Или работает. Или спит на работе. Не, на работе же не спят, да? Занят, наверное, чем-то. Че, наверное, на сегодня все. Приходите вечером на стрим. Буду готовить к стриму. Сейчас лягу спать. Буду спать, отсыпаться. Отдохнуть нужно перед стримом. Стрим в 19:00 по Москве. Плюс-минус считанные минуты. Так что приходите. Всех буду рад видеть. Сейчас подмету и все.